В это же время, пока в администрации города чествовали ветеранов, на площади у монумента славы десятки лабытнанцев хором исполнили знаменитый День Победы. Эту акцию организовал отдел по делам молодежи с помощью волонтеров и юных активистов. Думаю, комментарии здесь излишни. Это День Победы! После исполнения песни волонтеры раздали горожанам георгиевские ленточки. Ребята, здравствуйте. Мы из молодежной добровольческой организации «Сон». Поздравляем вас с наступающим праздником, который начался на хорошего Дня Победы. Георгиевские ленточки. Спасибо. Взаимно. Быстрее, быстрее. Целый большой тракт. Вам того же. Спасибо.